BMW E46 316, это 1.9 мотор. Да, 1.9. 1.9. Трусит на холостых, а у нас еще автомат стоит. Короче, что делать? Трусит что делать? Из целой Польши трусит. Чем, да, целой Польши трусит. И непонятно, что такое. Проехал 1500 километров. На езде как бы в ходу ничего не происходит. Основная эта проблематика, это когда на светофорах ее начинают трусить и задницу подносят. Сзади думают, что я с ними гоняюсь или подгазовываю. На самом деле я еду и нервничаю. Думаю, что ж с этим делать. Ну, расход вырос? Расход, да. Но расход по городу вырос. Особо трасса так и была. Трасса раза 10 где-то есть. У меня езда спокойная, 120, там, 140, я могу притопить. Как бы я сильно не ношусь. Короче, господа, прикол в чем? У нас из инструмента есть только мультиметр. Сигареты есть. Сигареты, мультиметр. Ну, в общем, должно получиться. Мы открыли капотик и увидели такую штуку. Ну, во-первых, не закреплен. Вот, и когда машина заведена, идет шипение. Шипение сзади за коллектором получается от нас. Сейчас мы попробуем чуть-чуть подразобрать, чтобы увидеть, в чем проблема. Плавают обороты где-то до 500, и так до 1000 туда-сюда гоняет. На драйве больше это заметно, на нейтрале меньше. Ну конечно, под нагрузкой. Еще под нагрузкой кондиционер включаешь, они не плавают. Под нагрузкой кондер включаешь, они не плавают. Ну потому что кондер включаешь, она обогащает в любом случае чуть-чуть больше. Ну, господа, мы аматоры и, возможно, немножко рукожопы, поэтому мы не рукожопы, мы попробуем. Просто любители. Мы любители, да, мы это... любители рукожопства. Это наше хобби. Сняли ДМРВ, сняли этот у нас гусачок, вот, заглушили группу картерных газиков, вот, и наша задача проверить утечки воздуха. Для этого нам необходимо закрыть рукой дроссельную заслонку. Вот. На отключенном ДМРВ. И завести автомобиль. Также вот эту трубочку. Вот здесь надо. Которая подходит, тоже ее заглушить. И мы услышим чудесный звук. Это при условии, если есть подсос. Если, конечно, нету подсоса, ничего не услышим. Заведешь? Да. Еще раз. Глуши. Где у нас подсос? Где-то у нас там подсос. Я думаю, что он подсасывает по вот этому, по этому соединению и, возможно, где-то еще дальше. Сейчас звук идет оттуда. Для этого нам надо снять воздушный фильтр салона, разобрать. Там, по-моему, 5 винтиков снять и посмотреть. Потому что просто так снимать без герметика, без прокладки, ну, не камильфо. Значит, господа, что происходит? Мы ничего не знаем в BMW, сорян. Но коллективным решением
И слухом было выявлено, что где-то здесь подсасывает воздух. И это оказалось, это трубочка, ну, которая идет к системе подогрева. Хрен его знает, как она тут называется. ДИСы у БМВ. В общем, она идет отсюда, от сих картерные газы до сих. Когда мы заводим мотор с ней, мотор обороты плавают. Но когда мы ее снимаем, глушим пальцем, таким образом, обороты немножко перестают плавать. Вот, это первое. Так что мы заглушим эту часть, а с мотора картерные газы выведем наружу. Но здесь обнаружилась еще другая ситуация. Мы решили посмотреть, что за свечи на нашем чудо-автомобиле. И немножко были поражены вот таким расстоянием. Да, фокус не видно. Фокусируйся. О! Ну то есть, сейчас померяем мерилкой, но тут, блин, явно миллиметра сколько? 2.5. Я думаю, что BMW бы чокнулась такого. Ну вот такие свечи. А свечи какие? КТТ, да? Денсик. Денса. К20. Сколько прошли? 1300. Ну сейчас, да, машина столько не прошла. Свечи КТТ, потому что номера такие. Из Закопанов. КТТ, да. Машина приехала из Закопанов. Люди из города. Значит, заглушим ту ситуацию, что у нас меньше плавали обороты. И свечки поменяем. Заведем, дальше будет видно. Значит, друзья, чем решилась эпопея с тряской на холостых ходах, с падением оборотов 400-900 тысяч, ну вот, с плавающими оборотами на холостом ходу? Значит, коллективным решением в лице двух человек было выявлено, незакрученный патрубок после ДМРВ. Это раз. Было выявлено, что наша экология, то есть картерные газы, которые идут с головки к вот этой чудесной штучке. Вот, я до сих пор не знаю, что это такое, потому что я первый раз вообще в BMW полез. Знаю только, что вот это мы разобрались, называется ДИСа. Это система длинный короткий коллектор. Вот, что мы сделали? Мы выявили, что почему-то вот эта штука не работает. Но так как она идет от экологии, ничего страшного не будет, если мы ее заглушим и стабилизируем наш холостой ход и расход. Потому что машина не дергалась. Соответственно, мы сюда нашли вот такую заглушечку. Вот. А шланг картерных газов, как в народе страны Жигулей, мы вывели, естественно, вниз. Также мы поменяли свечи, потому что на них просто зазор конский был. Вот. Соответственно, мотор работает ровно. Вот. На газ-бензин работает ровно. Он на газу, на холостых обороты не плавают. А на бензине она немножко вот, ее подтрушивает. Но я думаю, что это проблема в не совсем корректной работе форсунок, их забитости. Ну вот как-то так. Сейчас мы еще это всю эпопею соберем, вот, проедемся и вам покажем. Стабилизация, понял. Не, ну так ее вообще трусило.
тяга, не, ну, ты не чувствуешь тягу. Не, еще не почувствовал, чтобы это. Но она ровнее тяга, или ты не чувствуешь? Не, не чувствую. Ну, короче, что сделали, непонятно. Не, ну, самая главная проблема, то, что я трусила, это... То, что для меня была катастрофа, это решено. Даже немножко притормаживал, ее уже начинало трусить тогда. Ну все равно подтрушил. Все равно. Ну не так, это было вот так вот единичка, да? Сейчас вроде как и обороты упали, это. Ну подожди, это мы сейчас на газу? Да. А можно, ты ж понимаешь, что на газу это может быть и топливная карта? На бензин. Бензина мало осталось, надо его подзаправить. Сейчас бензин? Сейчас еще не. Ну я к перекрестку подъеду сейчас. Подожди, это автомат. Раньше трусило, сейчас... Этого, что это автомат, и он пытается ехать. Сейчас я считаю, это вообще идеал. Оно красное загорится. Не, не загорится. А это ну, закон давай газ и все. Перестала колбасить. Вот. Просто это надо сейчас включить нейтраль. Если на нейтрале она поднимет обороты. Ну, вот от своих там словно 750 700, то вот у нас все нормально. Тогда это мы попали в точку просто. По Пепси!